Ты прекрасней всех, я снова восхищаюсь. Ты прекрасней всех, сейчас как никогда. Ты прекрасней всех, люблю и поклоняюсь. Аминь. Сегодня наш Господь на этом месте. Подними твои руки и говори: Господь, вот я. Я на этом месте. И ты здесь, Господь. Я хочу сегодня иметь встречу с тобой. Во имя Иисуса. Аминь. Книга Откровения, 15 глава. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель. Правды и истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебе, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. Аминь. Все народы придут и будут поклоняться живому Богу. Почему? Ибо открылись суды Божьи. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благословляем имя Твое великое, Отче. Спасибо Тебе, драгоценный Бог, что Ты живой Бог, Господи. Что Ты благой Бог, Господи, что Твои пути благословения для нас, Отче. Благослови каждого сегодня, Отец. Пусть Твой Дух Святой сойдет на каждое во имя Иисуса. Пусть сегодня, Господь, открывается каждое сердце, слышит Духу Твоему Святому во имя Иисуса Христа. И благодарим и благословляем Тебе, Господь. И, Господь, провозглашаем Твое великое, Господь, имя на этом месте, Иегова Иры. Бог усмотрит. Сегодня наш Бог усмотрит. Сегодня наш Бог усмотрит Тебе. Сегодня наш Бог усмотрит Твои дела. Сегодня наш Бог усмотрит Твоя жизнь во имя Иисуса Христа. Он живой Бог. Будем сегодня поклоняться нашему живому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Аллилуйя, воздаем Тебе славу, честь, хвалу, поклонение, поклонение наших сердец. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе.
доверяю слову Твоему. Ты сказал, и ни одно орудие не будет успешным. Ни одно орудие не будет успешным против Твоих детей, против Твоей церкви, против Твоей невесты. Ни одно орудие не будет успешным, потому что Ты нас поднимаешь в доверии. Ты учишь доверять, Ты учишь доверять, несмотря ни на какие трудности. Наши голоса прославляют Тебя, потому что Ты нас освободил, Ты нас исцелил, о Господь, и Ты обновляешь. Ты хочешь дать нам новые голоса, Ты хочешь приумножить нас, чтобы слава Твоя растиралась по всей земле. Тебе хвала и величие, поклонение наших сердец. Аллилуйя, Господь, хвала Тебе. Хвала Тебе, Господь! Аллилуйя! Хвала Богу нашему! Богу Богу! Даю царей Господу нашему! Иисусу Христу! Хвала Господу Иисусу! Хвала Господу Иисусу! Oh!
достоин, ты достоин, ты достоин. Ты сильный воин, ты победил все в этом мире. Ты пришел, чтобы явить славу свою. Ты пришел, чтобы поднять детей своих. Потому что мы, Господь, побеждаем только в тебе. Мы дети твои. Спасибо тебе за то, что ты дал эту свободу. Спасибо тебе за то, что ты дал нам спасение. Спасибо тебе. Благодарим тебя за все. Мы учимся, Господь, у тебя, глядя на дела твои, повинуясь тебе, Господь, послушание, смирение. О, Господь, мы хотим видеть волю твою, хотим видеть славу твою, потому что ты все усмотрел. И Иегова Ире, я благодарю тебя за то, что если мы чего-то не видим, но ты уже все совершил, подними нас в уповании, в доверии в тебе. И я доверяю, доверяю тебе. Отпускаю все мечты мои, я полагаю их у ног твоих. Если в жизни ошибаюсь я, твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь мою, Yeah.
всегда буду Тебе доверять. Благодаря Духу Святому, которого Ты дал нам. Ты дал нам это утешение. Ты дал нам это вдохновение. О, Господь, хотим слышать голос Твой. В тишине, в мире покоя хотим слышать Тебя. Потому что только в Тебе наша сила. Потому что Ты Бог сильный. Ты Бог всемогущий. Ты сказал, и даже если где-то 6 раз вы обойдете, обходите 6 раз. Но на 7-й раз обойдите 7 раз. Обойдите 7 раз, и разрушатся иерихонские стены в нашем понимании. И я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам Дух Святой, Слово Твое. Ты открываешь нам, Ты поддерживаешь нас, Ты укрепляешь нас. Именно в этих ситуациях, именно в трудностях, Ты благословляешь нас, Ты благословляешь, и Ты являешь славу Свою. Благодарим Тебе, Тебе хвала, Тебе хвала. Всемогущему,
Тебе. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Бог Святой. Благодарим Тебя, Бог Святой. Аллилуйя. Аллилуйя, хвалим Тебя. Превозносим имя Твое Слово. Бог Богов, Царь Царей, Единый Господь, Великий и Всемогущий, да прославится имя Твое в веках и народах. Господи, мы хвалим Тебя нашими жизнями, нашими устами, нашими сердцами, потому что Ты один, Ты нас искупил, Ты нас омыл, очистил, оправдал. Ты даровал нам жизнь вечную в Тебе, Господь. Ты сохранил нас, дорогой Иисус, для Царствия Твоего. Ты сохранил нас для жизни вечной. Мы Твои, Господь, спасибо Тебе. И хвала не устанет. Хвала не прекратится, Господь. Не прекратится хвала Тебе. Хвалите Господа. Хвалите Господа на небесах. Хвалите Его в вышней, хвалите Его на земле. Светите Господа в сердцах ваших. Аллилуйя. Thank you.
свят Господь Саваоф. Нет другого такого, как Ты, Господь. Аллилуйя! Ангелы на небесах поют. Ангелы на небесах склоняются пред величием Твоим. Господи, мы у ног Твоих. Господи, возьми нас. Делай то, что Ты хочешь, Отец. Веди нас путями Твоими. Крепко держи за руку, не отпускай, мы Твои. Мы нуждаемся в Тебе, Господи. Ты все совершил, Ты одержал победу, Господь. Мы имеем победу в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, дорогой Господь. Аллилуйя.
означает открытым, искренним сердцем. И тогда Господь приходит, и тогда Господь наполняет тебя духом, и тогда ты не будешь, знаешь, как зритель, и тогда ты будешь, знаешь, соединиться с Божьим духом, и тогда мы будем в одном духе, и тогда ты будешь слышать Его голос, и тогда ты будешь